Еврокомиссия. Поставки газа через Украину стабильны. Евросоюз удовлетворен поставками газа через территорию Украины. По словам представителя Еврокомиссии, потоки газа в ЕС нормальны и стабильны. Поставки газа через Украину в Евросоюз происходят в обычном режиме, но Еврокомиссия продолжает следить за ситуацией. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Анна Кайсаетканен, сообщают РИА Новости. В соответствии с имеющейся у нас на данный момент информацией, потоки газа в Евросоюз нормальны и стабильны, но мы очень внимательно следим за ситуацией, сказала Этканин. По ее словам, на текущий момент запасы газа в хранилищах Украины также нормальны. Напомним, 28 февраля «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» суд в Стокгольмском арбитраже. На следующий день «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет. В итоге, глава «Нафтогаза» Андрей Кабалев предложил ввести ограничения на потребление газа в Украине 3 и 4 марта в связи с появившимся дефицитом. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.